Так, ну вот, мне муж принес начивчик. Начивчики, собери все знаки суперсилы. Вот, у меня уже Марвел есть, кстати. Вот, значит, что такое начивчики? Это липкие аппликации на одежду или на любой другой, там, на брюки, на рюкзачок. Вот на что, вот сейчас в Пятерочке такая акция есть. Надо собрать, и там даже есть суперприз. Я, кстати, в группе читала, именно в Пятерочке, что не во всех магазинах раздают эти начивчики, а некоторые жалуются, что сами продавцы вскрывают эти начивчики и ищут супер там приз какой-то. Вот такие даже были, да, вот неприятные отзывы. Некоторым попадаются все одинаковые начивчики, но вот у меня, значит, Marvel есть. Давайте посмотрим, что здесь у нас. Давайте. Та-т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 а
Вот, открываем. Ага, вот он у меня, этот человечек. Я не знаю, кто это. Кто знает, напишите, пожалуйста, в комментариях. Ага, вот он так очень крепко, крепко держится. Так, отклеиваем. Ага, Марвел, Марвел. Ну ладно, значит. Так это Марвел сам? Ну, ладненько. В общем, смотрите, значит, у него липкий слой можно откреплять и прикреплять хоть куда, вот. А если вы надолго хотите на какую-то одежду, то можно воспользоваться утюгом. Ну, давайте сейчас посмотрим. Ага, вот, вот, например, держится ли? Очень хорошо держится, смотрите, очень хорошо держится. Еще раз. Хорошо. Зайду на сайт, посмотрю внимательно, что это за фигурка. Ну, написано же Марвел. Марвел. Вот. Условия вам покажу, прям с сайта сделаю. Вот, экранку. Ну, а сейчас мне нравится такой человечек. Положим мы его обратно. Вот. И закроем вот в такой конверт. Пустим тут. Идет своих друзей. Вот. Ну, акция очень интересная, мне понравилась. Собери все знаки суперсилы. Значит, вот этот знак у меня есть теперь, и вот этот знак есть. Ну, вообще-то, вот такая суперсила у меня уже собирается. И это хорошо. Так. Так что идем себе в пятерочку. А, ну да, это на определенную сумму должен быть товар, ну, где-то, ну, больше 500 рублей. И за каждый этот чек вам выдается вот такой чек. Вот так. Ну ладно, всем пока.